Morning. Hello. Hello. Наше утро. Зай, вот тут мы живем. Ну, не вот тут, а напротив вот этих домиков. Ну, мы выходили, конечно, тоже. Ну, ладно. А мы живем там, где вот этот поворот, где машинка стоит припаркована. Я потом тебе позже сниму и покажу еще. Не спать. Это Аня, это она так работает. Понять, да. Прекрасная. Это наше рабочее место. Идеальное рабочее место. Это наши работники. Мэраба. Пожалуйста. Вот мы научили его разговаривать. Катя. Как красиво сегодня. Должен быть дождь. Мы сегодня с Аней одни работаем. Эркан выходной. А мы работаем. Красивое море и небо. Я позвоню. Вот такая моя дорога домой, в кафе моего любимого, где хотя бы есть Wi-Fi. Это прямо сразу ровненько можно идти и дойти до моего лоджмана. Мы кушаем как бомжи на полу, без вилок, без ничего. Только что пробовала бабушкину тайну. Да, очень вкусный. Приезжайте за границу. Сыр от турецкой бабушки. Шесть лир. Сними себя и Женю. Женя на диете, нормальный человек. Женя, да. Женя туфли купила себе. Угу. А мы мирим. По-моему, я носом хлебанула. Я хочу попробовать. Папарацци! Ебать! Покажи! Я поролась! Ебать! А тебе это тут стоишь? Я еще по-моему разговариваю, между прочим. Пена со рта! Этот день мы слышим такие серенады в Турции. Утром, ночью, вечером.